Вот, ребят, покрасил поддончик. Заодно промыл все в движке и посмотрел вообще, сколько мусора в поддоне. В поддоне мусора вообще по минимум. Сейчас пойду покажу движок. Уже, блин, ночь. Промывал я все на улице. Вот, ребят, смотрите сами. Так, вот, ребята, двигатель. Меняю все уплотнители. Все перепроверяю. Здесь тоже все перепроверил. Короче, сажаю на хороший герметик, на котором уже собрал не один движок. В общем, вот такой вот движочек. Помпу тоже перебрал. Блин, ну, короче, вот так вот уже темно. Так, ребята, всем салют. В общем, сегодня я делаю генератор. Вот генератор, пацаны. Ну, вернее, это крышка генератора. А вот он сам, обмотка генератора, вот она сама. Суть разбора в том, чтобы посмотреть вообще состояние этой обмотки. Вот этой вот обмотки состояния. И плюс промыть канал масляный, который вот прижимается, вот пробочка, вот этой вот частью. Там в блоке есть такой канал, когда вы снимаете крышку генератора и крышку сцепления, там бывает скапливается мусор, то есть, ну, ненужный, как бы, он уже идет через фильтр, но бывает, что там мусор, короче, есть. И вот для надежности, для инспекции, для себя, вообще для информации, я просто взял, короче, промыл его. Ой, ребят, надышался бензином, просто жесть. Так, и суть еще в том, вот эти вот все болтики, вот, они обезжиренные сейчас. Сейчас я их буду ставить, обмотку генератора буду ставить на резьбовой фиксатор, на синий, разъемный. Красный сюда ни в коем случае нельзя использовать. А если закрутить без него, вот я сейчас откручивал вот эти шестигранники, три шестигранника были закручены хорошо, а один прям без усилия практически выкрутился. Ну, вообще просто, ребята, просто вот такие вот тонкости, они меня настораживают конкретно. И, короче, ребята, вот по этому поводу я вот так занимаюсь, разбираю. Ну, просто знаете, да, вот для себя чисто, вот просто залить бензина, да, помазать цепку и поехать катать. Вообще, ребята, в кайф. Тем более, даже апреля месяца и ничего нет. А скоро будет апрель месяц, ребят, уже будут покатушки. Ну, я планирую вообще так до первого, конечно, вот вообще прям не получилось собрать. Но думаю, до 15-го соберу прям по-любому. Ну, по крайней мере, должен до 15-го собрать, пацаны. Короче, вот так вот.